Ну шо? Пойди, соскучились. Анатолий! Сам деда! Иди уже спать, Рэмбо. Давай. Сама иди спать. Напилась, так иди себе прилично. Если их здесь нет, значит, шо? Что? 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 Значит, они могут быть в другом месте. Ваня! Ванюка! Ты что творишь? Что случилось? Все нормально, есть возможность сесть в тюрьму. Это как-то... это, оно, конечно, но куда ж это... Это ж оно как-то... Ну, оно... Когда... Ой-ой-ой. Благодарю. Знаете, цветов много не бывает. Полностью с вами согласен, Ольга Николаевна. Мужики, заноси. Может, твоя коза где на дискотеке зависла? Проспится, вернется. Да тут тебе. Да, Алексеич. Не язык у тебя, а помело. Это да. Хорошо. Удачи. Спасибо. Что ж ты за лохопудало такое кучугурское, а? Кто ж тебя в следующий раз-то разведет? Гардеробщица в поликлинике, да? Что на елочках номерков нет? Ну что ты расстраиваешься? Хочешь, я миг новых нарублю? Иди себе мозгов нарубь. Да, недобрая Ольга Николаевна на сокамерников батон крошить. Анечка, надо Лорке сумку с вещами в больницу привезти. Вот как заходишь в хату, сразу направо. Митя, а? Иди ты лесом. Как заходишь, сразу налево. Я что тебе, такси? Я приехал сказать, что беда не приходит одна. Садись, поехали. Куда? В милицию. А что ты думал? Грохнул Митяя из-за пиджака, теперь так, разгуливаешь на свободе? Ну нет. А ну колись. Куда труп зарыл? Я тебя предупреждала. Не знаю, мне нравится. На тебя похож. Ваня! Вставай бегом, сказала. Кошмар, а? Олечка. Это ж как можно вставать бегом, а? Сейчас нафуфырится и будет. Хоть... Ну, все, пошла. Давай, смотри, чтоб только я тебя узнал потом. Ба, ты что говоришь такое? Цыц! Это не я говорю. Это Википедия говорит. Не вам, Ольга Николаевна, учить меня педагогике. Я извиняюсь сейчас. А ты не дрейфь. Время на нас работает. Так вот что-то кроме времени на нас больше никто не работает. Да? Ага. Я считаю, что худсовет должен быть в таком расширенном составе. Слышь ты, худсовет, Варюшку-то прикрой, а то затылок изнутри надует. Сан, привет. Валюшенька, здравствуй. Здравствуй. Вадечка. Чемоданы занеси. Ну, что вы так расстраиваетесь? Ну, родители у вас интеллигентные люди. Максимум, чем это может закончиться, так. Бытовой поножовщик. Ну, Иван, ну хорошо.